что было. Красивые, свежие и чистые Данте 72B3 сияет ярко-красным цветом и ведет кубинскую сборку в завершении выступления в эстафете вторыми экипажами. Впереди новые ворота, чтобы быть внимательней. Перед препятствием ограниченный проход. Хотелось бы, чтобы команда справилась и экипаж дошел до передачи эстафеты без нарушения порядка определения препятствий и передал такие эстафеты молниеносно. Быстро! Для того, чтобы уже третий экипаж, заждавшийся выполнения своей задачи, приступил к участию в эстафете. Сборная Узбекистана на загрузке. Так, придется пройти в рамках клуба команды Узбекистан за нарушение безопасности движения. Движение танка было зафиксировано, к сожалению, болельщиком Узбекистана. Да, как мы можем все сделать? Назвать. Ну, как мы назови, в рамках клуба придется пройти километров лишних преодолеть сборной Узбекистана в этом случае. Итак, передача эстафеты сборная Кубы. Передача третьего экипажа. И принимает эстафету командир танка, старший лейтенант Мариньо Понце и Карлос Рафаэль. Командир танка, молодой оператор, капитан Инфанте Фуэнтес Франк, механик-водитель старший, прапорщик, премьер, Винен, Юанс и Максимум. Слышим, у вас получили ваши инструктора, тренеры, завершить выступление танка для гонки Дюка впервые. Выиграл, когда приказ!